Смотрим мы на этой замечательной колоде его тайные секреты от вас. То есть любимый человек и его секреты. Так, ну здесь у нас дитя, маленький ребенок. Как будто ваши отношения, они еще толком не начинались. Вот и не пережили еще эту весну, счастливую весну, интересную весну. Только вот как дитя, да, я? Вселенная. Ну, хорошо. Что дальше-то? Паутина. Зов природы. Вот этот человек, он сбился с пути. Вот мне так, я вижу, что вот эта паутина затянула не туда. Хотя плыли по течению, все было хорошо. Но вот эта паутина, мне зов кого-то, кто-то ее позвал. То есть вот эти его тайны, секреты от вас. Вот кто-то там, что-то там его заманивает куда-то. Да, вот она. Красавица. Присутствие Гаи. Вот она. Вот. А из-за нее происходят проблемные ситуации. Вот это его тайна, его секрет. Измена, что ли, получается. Давай посмотрим, как он к тебе относится тогда. Как он к тебе относится. Так, сила пузырей. Ну, понятно. Вот ты его ждешь, ты его ожидаешь. Вот эта сила пузырей. Фантазии, да, иллюзии. Как в иллюзиях ты находишься. Сердце и душа. Вот переживаешь за него сердцем и душой. Что между вами будет в ближайшее время? Смотрим. Так, зачарованное поместье. Так, это у нас... Здесь нужен личный обряд, еще заклятие нужно, сразу говорю. Чтобы вот этот дом попасть, нужно делать душа единорога. И вот они, два лебедя, вы будете вместе. Короче, тут нужна магия. Вот единорог – это магия. И у вас будет вот такой прекрасный дом. Пиши в комментариях «дом», и все исполнится. А также, конечно же, мы же не в сказку попали, а все-таки в реальность. Нужны личные расклады, обряды, обереги от проблем, от бед. Делаем, заказываем у меня. Внизу описание.